Спустились мы вниз, и вот она, Тимирличка. И здесь прям лесок-лесок. А наверху пустыни осталось. Райское место. Кстати, сюда спускаемся, встретили своих знакомых. Они там заняли места. Сказали, что мы им не помешаем. Османчик. Иди собирай. А что надо с ней делать? Я ж никогда это не делал. Вот, смотри. Ну, это вот. Большой османчик. Да. Такой упитанный. Это большой османчик? Да. Ну, это хороший османчик. Небольшой, но хороший. Нормально. Но они нежные, у них шипов нет. Надо эту. Приятная бутылку. Рыбка. Воды набрать. Я один раз Трумана взял, у меня он итоге. Будем жарить, нет? Не знаю, ну, может, одного отпустим? Не будем? Ну, так сейчас я желаем. Бутылку возьму и ребят, пойду. Да, может, если кровать, кстати, сезон мерзко. Решили приготовить ужин. Мяско тушеное с картошечкой. Мы такое тут местечко, разбили свой лагерь. Ну, поплавку, что стоишь, поднять. Тени реликтовых деревьев. Ясени. Красота! Детки играют. Большой лагерь. Да, товарищи отдыхающие. Товарищи отдыхающие. Где они причесаны? Не причесаны. А вот там речка. Ну что, мужики пошли принять вечернюю ванну. Вода холоднючая. Местечко себе выбирают. Папа у нас собрался окунуться, но как может Артём-то остаться, не окунувшись-то? Тут где-то каменистая гряда была. Ну тут, наверное, сейчас глубоко, выше колена будет. Вот под тем деревом ямка была хорошая, мы там летом купались. Иди сюда быстро. Снимай сюда. Снимай? Да, иди сюда. Хоп. Я хотел купаться. Купайся. Что, папа, как водичка? Очень холодная. Очень холодная, ну горная. Она ж не Давай, укрывай свое тело.
Вот так. Ноги до него. Это стоял его. Долго в нем не посидишь. Ну как, Тёма, окунулся? Ну сразу смотри, а все я уже поднял. Все? А, ну, ну рассказывай, рассказывай, что хотел. Замерз? Лучше бы мы не здесь, а там. Там? Там хотя бы нормально. А здесь ненормально? Здесь глубина, яма, я помню. Ну яма дальше, до ямы еще дойти надо, вода-то холодная. Что, быстро искупали тебя? Еще хочешь поплавать? Давай, мы летом сюда приедем и поплаваешь. Пошла кукла моя закутанная. Ты моя кукла? Кто был? Да, лоси были, которые мычали. Мама стала. Костерок горит, да? Костер. Потушить, да. Вот он наш чаек будет вечерний. Вышли мы на дорогу. Здесь вот такая красота открывается. Каньончик небольшой. Идем дальше. Идем дальше. А потом говорит, хорошо, что мы никуда не ушли, и такие места оказывают. А там внизу река. Красота какая. А там как будто пещера. Дошла я от этой скалы. Хочу заглянуть вовнутрь. Очень похоже на Иорданию, на Петру. Состав грунта очень похож, и такие же проходы промоины. Очень интересно. Ой, а какой ветерок, тут так прохладненько. Смотрите, куда я зашла. Здорово, красиво. А там долина. Ну что, нашли мы это поваленное бревно. Вот оно. Сейчас будем переходить по нему. Папа уже, Дима, пошел впереди. Ну что, Тёмка, ты решился? Да. Подожди, я тебе сейчас руку подам. Вон, Тёмка уже пошел. Бревно достаточно широкое. Это не бревно, это живое дерево повалило. Ну ладно, я не буду тут снимать. Все, уже прошла, а прошла. Все, я буду. Дайте сель. Вот за это вот, где я стою. Спускайся. Сейчас Кирюха идет. Ну все, следом идет Сергей. Осторожно. Вот сюда? Да, туда, и он ныряет под ветку, выходи. Осторожно. Колючки. Барбарис под ногами, колючий. Ну все, вышли мы на другой берег. Тёмка уже вон как далеко.
Перебрались. Вау. Классно, да, экстрим? Обратно посмотрим, может, в другую дорогу пойдем. Вброд перейдем, сейчас нажаримся. И нам будет пофигу. Ну да. Ну как, Кирюха? Страшно. Страшно? Экстрим, да? Поначалу вроде нормально, а вот затем страшно. Когда заканчивается вид? Ну, я думаю, мы вас все равно выловили, так что ничего страшного. Ну, папа, все? Как? Все? Идем все? Дальше? Да. Веди нет. нас. Вот он, каньон на другой стороне реки. Нет, каньон вон он. А, мы еще не дошли до него. Он, ну, он тут начинается. Саксауловая рощица. Вот эти саксаульные деревья. Вот одно. Вон там еще. Двигаемся. По-моему, мы идем вот сюда. Вот сюда заходим. Под карниз. Поднимаемся в этот каньончик. Вот эта колонна на переднем плане, она стоит отдельно. Вот наблюдайте за ней внимательно. Я буду идти. И будет видно, что она отдельно. Камешек упал. Да, наверное, он оттуда упал. Идем вон туда под карниз. И тополиный пух летит. Не ори. Нельзя кричать в пещере. Почему? Обвалится. Вот здесь живут ласточки. Выйдите сюда, посмотрите, какая там здесь классная. Папа наш внизу. Куда ты полез, Тёма? Зато тут интереснее, Маша, да? Пещера. Вот куда мы забрались. Все, мы начали спуск свой в каньон. А вот это ясени, реликтовые ясени. И река там внизу. Спустились к реке и не хотят идти к тому бревну, через который мы реку переходили. Нашли другое дерево, но оно тоньше. Не знаю, сейчас посмотрим. Может быть, пойдем через него, может, нет. Собственно говоря, ничего страшного.
кто следующий? Машу принимай, Дима. Телефон выключи. А что думаешь, если телефон выключен, и он не промокнет? Ну, просто он там перегореть, он может и не включиться после этого. Если он выключен, его положить в электрику, он высушится и будет работать. Поэтому лучше с электроникой отмечать, потому что если она работает, вода попадает, замечательно. Хотя iPhone работает на противоэлектронном. Давай, давай, Маша, у тебя все получится. Хоп, все. Маша перешла. Хоп, молодец. Кто там следующий? Сергей. О, спринтер. Раз и перешел. Давай, следующий. Ну вот и Кирюха прошел. Ну что, теперь моя очередь. Я последняя осталась. Мне понравился. Арбузик? Да. Очень вкусный. Это арбузы у нас иранские сейчас. Прекрасный вкус. Свеженький, холодненький. Да, Кирюха, тебе нравится? Самый лучший арбуз. Удачненький. Удачненький.